Сегодня, 10 января, в Ярвской русской гимназии прошла встреча учителей немецкого языка школы Довирума и представителей посольства Германии в Эстонии и представителей Гёте-института. На встречу учителя немецкого языка приехали из Нарвы, Тойла, Ихве и Кохтла-Ярве. Не секрет, что изучение немецкого языка в школах основных и гимназиях не является большим, ну, таким распространенным явлением, которое есть. А в сравнении даже с десятком лет назад, когда интерес у родителей, соответственно, у детей к немецкому языку был намного больше, сейчас, на мой взгляд, к сожалению, у школ осталось очень мало как детей, так и родителей, желающих выбирать на самых первом этапе, это в начальной школе, изучение немецкий язык. И вся возможность, которая есть у детей, наверное, изучать немецкий язык, это в гимназии, в гимназическом звене, когда им предлагают изучение второго языка. Поэтому, конечно же, вот уменьшение этого интереса – это одна из проблем, которая существует и которая нас беспокоит. Так уж сложилось, что на протяжении последних нескольких лет мы ведем тесное сотрудничество с посольством Германии в Эстонии и представителями Гёте-института. Безусловно, их тоже беспокоит эта ситуация, они готовы всячески поддерживать то, что необходимо с их стороны. Традиционные мероприятия «Саксакевот», которые проходят по всей Эстонии, затрагивают и Довирума. Ярвская русская гимназия тоже желает участвовать в этом мероприятии. И у них возникла идея организовать такую информационную рабочую встречу, где учителя, которые преподают немецкий язык в школах Довирума, и представители посольства Германии в Эстонии договорятся между собой и составят совместный план действий. И вот на сегодняшней встрече как раз и обсуждается то, что касается этих мероприятий, наверное, вообще проблем, которые есть у учителей. И очень отрадно, что такие значимые весомые организации, как посольство и Гёте-институт, готовы всячески поддерживать учителей как материал, так и различными связями с землей Германии, да, то есть со всеми возможными организациями.